Вот такие вот тут рудники. Это добыча руды в Судане. Так происходит. Карьер. Вот это вот опробование идет. Это опробщик определяет, куда вести выработку. Промывает в тарелочке. Вот это вот Евгений Николаевич Федотушкин пробует пробу. И все засмотрелись сразу. Все бросили работу. Смотреть, как работает белая обезьяна. Они такого не видели. Покажи, как ты тут. Работал, зайчик. Я видео снимаю. Так что попрошу без выражений своих новосибирских. Мы туда проедем, где эти. Там отвалы еще куча, да? Не стоит, не стоит. Ну, отвалы, да, хорошо снимем. Сейчас я этих поснимаю, как он, вот, процесс там. Фракция мелкого, да. Ага, стенки устланы мешковиной, целлофаном у этого водоема. Салям алейкум. Как жизнь молодая? Нормально все у тебя, да? Хорошо? Молодец. Ну ты бы шлих-то показал, земляк. Шлих-то покажи, дядя. Вот такая вот картина. Лагерь частных старателей Северного Судана. Сюда свозят руду со всей округи, а это что-то типа извлекательной фабрики. Вот дробилки у них, все это молотится. И потом отмывают, тут же амальгамируют и выпаривают.
Вот смотрите, вот он мелкий проснулся. Ну вниз собираем, вот так не вовремя собралось. А где тогда ходи, вот до меня ходи. Это вот, ну засыпало волчара. А меня надо отправить. Что, весело тебе, да? Обезьян белых увидел. Так, ну пойдем вон к тем бойцам. Так вот, пойдем посмотрим, что у них в лавке продается. Вот это вот центральная улица. Слева жилье и лавки, справа извлекают золото. Так, что здесь? Какие-то консервы, приправы, запчасти, масло. В любой порядочной стране здесь бы стояло виски и был бы бордель. Но тут законы шариата не позволяют. Поэтому золото и деньги уходят. Куда попало? Вот им интересно, приехали белые обезьянки. Посмотреть на них. Люди очень доброжелательные. Ничего не воруют. Ненавязчиво улыбаются. Постоянно приглашают попить чаю, покушать с ними. Делают это искренне абсолютно. То есть арабы бывают разные. Ну, посмотрим, скопились. Вот сейчас. Что, поедем на театралы или нет? Давайте съездим, конечно, раз приехали, надо все посмотреть. Ага.